Вы сегодня заканчиваете лечение сына. Я хочу, чтобы вы поделились, а как проходило лечение. И отзыв какой-нибудь оставьте нам, пожалуйста. Во-первых, большое-большое спасибо. Я привез сына в такое ненадежное состояние. Такой никого не жалею. Отсюда еду очень-очень довольный. Всех прошу, пожалуйста, детвора мои, дети, друзья, братья. Бросайте это, отсюда ничего хорошего нема. Прошу всех, молёба, здесь уважаемые други, которые помогли. Такой довольный еду, что уже я второй раз родился. Я 2 недели здесь жил, как мертвый человек. А сейчас я очень довольный. И я вас всех так желаю, всем все было такое.